motherfucker. Отлично. Левиафан убит. Мы укомплектованы. Можно идти на Аврору. Погнали. Итак, дорога на Аврору. Безопасная и чистая. Что же ждет нас на Авроре? Прям аж интересно. Самое главное — найти вход. Ну, я думаю, это будет несложно. Теперь. Вот проход. Смотрите, Левиафана уже нету. Интересно, они респаунятся здесь? Близко не будем подплывать, можем сесть на мель. Итак, ребятки, мы на Авроре. Мы на Авроре. Так. Давайте попробуем пройтись по Авроре. Где же вход? Вот еще один краб. Но урон они не сильно большой наносят. Больше неприятно. Офигеть, смотрите. А, здесь есть проход. Так, а у нас темновато. Угу. Лайтер нам пока сейчас не понадобится. Поэтому мы его поменяем на фонарик. Грузовой отсек, администрация. Давайте сходим в администрацию. Что здесь у нас? Ну, урну я ранее нашел. Базы данных. Странно. Тут, походу, ничего интересного. Давайте отправимся в грузовой отсек. И тут нам на помощь приходит следующая вещь. Пропульсионная пушка. Готово. Я и раньше изучал обломки. Но вода как-то работала на время. Результаты сканирования повреждения Авроры не соответствуют ни одной из известных технологий нападения. В смысле?
Так на Аврору напали, получается. Еще и неизвестные технологии, инопланетяне. Так получается, на этой планете не только животные, на этой планете есть еще и инопланетяне. А вот это уже интересно. О, смотрите, код от грузового отсека. 1454. Я точно помню, что да, где-то была у нас 1454. Давайте попробуем. 1454. Получилось! Охереть. Ух ты, смотрите, что это? Фрагмент двигателя циклопа. Ну, циклоп мы уже изучили, плавая вокруг Авроры. Я думаю, нам... Это абсолютно ненужная вещь. Здесь у нас что? Бутылочка с водой. КПК. Интересно. Значит, все-таки Альтера изначально была военной машиной. Офигеть. Что это? Фрагмент двигателя циклопа. Ну, мы уже циклоп изучили. Мне бы что-то новенькое. Аврора огромная. О, у нас есть еще отсек. И что, нам надо прыгать вниз? А, мы уже под водой. Теперь мы берем глайдер. Я думал, мы все время будем ходить по суше. Ух ты. А коридоры-то начинают делиться. Что это за рыбка? Это червяк. О, какая-то пиявка, ребятки. Да что ж ты такое, а? Местная форма жизни. Посмотрим местные формы жизни. Падальщики и паразиты. Кровопускатель. Простой паразитический организм, чуть больше развитый, чем обычный космический клещ, но такой же вредный. Пластичный мешок пользуется для сбора и переваривания крови, собранной с хозяиной. Ряды зубов и челюсть используются для прикрепления кожи жертвы. Поведение. Судя по медлительности и низкой защищенности кровопускателя, можно предположить, что он развивался в первую очередь как падальщик. Также способны, однако, охотиться на больших живых существ, которые, скорее всего, не заметят паразита. Ну, раз мы такого большого глица забили, я думаю, маленького мы точно забьем, да? Мадафака. Нихера, короче. Так, проблема устранена. Можно двигаться дальше. У нас есть этаж ниже. Что у нас на нем? А у нас ничего на нем. Это шахта лифта. Поэтому плывем дальше. Реакторный отсек мотыльков. Давайте сначала вот сюда. Для чего нам нужен был лазерный резак? А вот для чего, ребят. Опять же, обратившись к сообществу любителей игры Субнафтика, я прочитал, что некоторые двери, которые вот таким образом выглядят, помятые, можно вскрыть, но для этого потребуется лазерный резак. Ранее я абсолютно не имел представления, где и как его использовать, потому что в основном старался тыкать вручную. Поэтому данная информация была мне весьма полезной. Так, половина ящиков запись. Есть аптечка. Возьмем. Она нам пригодится. Здесь тоже ничего. Главное, ничего не упустить. Включаем все, что здесь есть. Ну, судя по всему... О, смотрите, что это? Батарейка. Судя по всему... О, КПК. Второстепенная задача миссии Аврора. Плывем дальше. У нас здесь есть проход.
Отсек крабов. Круто! Я про краба только читал. Это, короче, экзоскелет, в котором можно погружаться на большие глубины, а также собирать ресурсы, сражаться. В общем, крутая штука. Она нам очень необходима. Так, с этой головоломкой я уже встречался. Здесь нужно починить щитовую, которая отвечает за блокировку дверей. Смотрите, крабы! Охереть! Да я нарвался на золотую жилу! Так, меня током не жахнет? Да нет, вроде не бьет. Все внимательно изучим, ребят. Все внимательно изучим. Ничего не пропустим. Офигеть, большой заряд. Батарейка это очень дорого стоит в изготовлении. Здесь ничего нет. В эту яму можно было и не погружаться. Но все же стоило попробовать. Продолжаем изучение на поверхности. Так, вроде бы немного потушили. Смотрите, ребятки. Крабы. Я сейчас проверю, конечно, вот эти ящики. На наличие чего-то там в них. Попробуем отсканировать. Офигеть, открыта запись в базе данных. Костюм краб, мод 3, чертежи. Фрагмент костюма краб. Отлично. Общий прогресс 50, 2 из 4. Ничего нельзя пропустить, ребят. Вот, смотрите, какая-то штука. Просканирован фрагмент костюма краб. Общий прогресс 75, 3 из 4. Еще один фрагмент, ребят. Еще один фрагмент. И мы с вами откроем костюм. Так, у нас есть там подъем, есть здесь. Это мне напоминает Half-Life. Нихера он тяжелый был. Блин, а как добраться вот до тех крабов? Наверное, уже никак. Батарейка. Отлично. На батарейках у нас работают транспортные средства. Жилые каюты. Что я здесь могу сосканировать? Полочку! Отлично, ребят. Да, вы потом это все можете построить у себя на базе в жилом отсеке. О, постер с милым котенком. А это что? Закрыто. И панели управления нету. Ладно, идем дальше. Склад. Что у нас есть на складе? Огромные шкафы. И ничего больше. Небогатый склад на самом деле. Здесь двери закрыты. Мы продолжаем. Здесь подписок нету. Ну, пойдемте сначала налево. Каюта номер 1. Ох ты, постель, ребятки. Огонь. Одноместная кровать. А, то есть
Как бы, если одноместная, но все-таки интересно, что за девочка на фотографии. Каюта номер один. Оно прокатит? 14.54. Ни хера. Тогда, может быть, есть смысл вернуться вот сюда. Каюта номер 7 и каюта номер 4. Дайте в четвертую каюту. КПК. Загружена, да, юридическая запись договора об отношениях. Выживание. Поисковая спасательная миссия Альтера. Второстепенная задача миссии Аврора. Поиск и спасение. Цель. Экипаж монгольского судна Дегази. Это то судно, которое ранее до нас потерпело крушение. Отсылки к которому мы находили в пещерах, когда искали магнетит. Я вам потом покажу. Последнее известное местоположение окрестности планеты 45-46b, рукав Ариады. Пассажирский отсек Авроры. Краткое описание задачи. Монгольское судно Дегази с высокопоставленным монгольским начальником на борту пропало почти десятилетия назад. Страховой отдел корпорации купил право подняться на борт Авроры для эмиссара Хасара. И вам следует приложить все необходимые в разумных пределах условия, чтобы найти и вернуть экипаж Дегази. Без ущерба для основной миссии. Подтверждение судьбы экипажа поможет Альтерия в дипломатических делах с монгольским консулом. Детали миссии. Аврора должна выполнить маневр гравитационной пращи вокруг планеты 45-46b, кеническая планета категории 3. Это выведет корабль в район последнего известного местоположения Дегази. На данной миссии в пакет грузов Авроры были включены дополнительные водные и вездеходные виды транспорта. Список пассажиров Дегази был разослан старшим служащим в виде отдельного сообщения. Ладно. Здесь никакой информации. Но, по крайней мере, мы теперь знаем, что мы спасатели. Мы занимались спасением монгольского судна Дегази. Еще один КПК. И батареечка. Каюта номер 5. Она закрыта. Я так и не открыл код доступа для каюты. Возможно, здесь мы что-то упустили или пропустили. КПК какой-нибудь. Необходимой нам информации. Да, смотрите, КПК. Загружен новый КПК. Заманчивое предложение. Приходи в каюту номер один под 1869. 18.69. Вот, я же говорил, мы что-то пропустили, мы что-то упустили. Каюта номер один. 18.69. Отлично. Перфект. О, смотрите, мягкая игрушка. И опять, короче, нам нужно что-то выкинуть. Давайте избавимся от аптечки. Настенная полочка. Огонь. Двойная кровать. Отлично, здесь мы сделали все. Каюта капитана. И от каюты капитана у нас ни хера тоже нету данных. Мы еще не все нашли. Нам еще предстоит только найти коды доступа к каюте капитана. Продолжаем. Так. Мы проделали брешь в отверстие, теперь нам нужно туда спуститься, там было очень темно. Набрали воздуха и поплыли. Офигеть. Это можно просканировать? Нет, нельзя. Что это? Еще одни данные. Какая-то комната управления. Смотрите, тут есть еще второй этаж. Давайте наберем воздуха. Какие-то таблички. Их интересно просканировать можно? Нет, нельзя. Какая-то. Походу это моторный отсек какой-то. Не буду утверждать, но похоже на какие-то двигатели. Сюда пройти нельзя. Да ладно.
Я попал обратно в комнату с крабами. Данные черного ящика «Авроры». Начат маневр гравитационной прыщи вокруг планеты 45-46b. Высокоскоростной энергетический импульс выпущен с поверхности планеты. Аварийный сигнал бедствия отправлен по дальней связи на прослушивающий буй корпорации «Альтера». Обнаружено попадание. Отсеки со спасательными капсулами по правому борту повреждены. Исходящая связь нарушена. Начата экстренная эвакуация. Ручное управление передано капитану Холлистеру. Спасательные капсулы 1-25 успешно запущены. Вход в атмосферу планеты. Зарегистрирован мощный удар. Защита ядра привода повреждена. Аварийный ответ получен от 8 капсул на поверхности планеты. Признаков человеческой жизни обнаружено на дальнейшем расстоянии через 8 часов после падения 1. Это получается я выжил. Пропавший без вести персонал-шеф по обслуживанию второстепенных систем Рейли Робинсон. Энергетический импульс не соответствует известным технологиям планетной обороны. Решение по выживанию от штаб-квартиры «Альтера» получить спустя 8 часов на высоком приоритете терминал в каюте капитана. Оборудование слежения отказано через 13 часов после падения. Итак, ребята, значит, 8 капсул было благополучно приземлено на планету, на океаническую планету в данной игре. И нам нужна информация с каюты капитана. Я предполагаю, что в одной из капсул спасательных будет непосредственно код доступа к двери, которая не дает нам пройти в каюту капитана. А это значит, что следующая наша задача — исследовать все капсулы. И в одной из них, возможно, будет КПК с необходимой нам информацией. Я думаю, уже нам нечего изучать, нечего искать, потому что мы все изучили, везде побывали. Обосраться. Везде побывали. И поэтому мы движемся обратно на нашу базу. После чего мы разгрузимся и отправимся на поиски КПК. И вновь вернемся на «Аврору». По крайней мере, мы сделали полезную вещь. Мы починили реакторы, тем самым предотвратили выброс радиации в воду. И в целом уменьшили выброс радиации. Так, дорогие друзья, на этом наше очередное прохождение «Субнафтика» прекращается. До следующего выпуска. В следующем выпуске мы с вами отправимся на поиск КПК для того, чтобы открыть доступ к каюте капитана. И мы получим информацию от «Альтеры». С вами был канал «Алигейм», «Let's Play Rock». Пока!